Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. И послезавтра, 13 июля, будет новолуние. И к тому же, это новолуние совпадает с солнечным затмением. Вот такое тоже очень хорошее стечение астрологических факторов. И в этот день можно сделать ритуалы. Ритуалы на очищение. Потому что в новолуние это самый нижний пик лунного цикла. Ну, полное отсутствие энергии. И когда это совпадает с солнечным затмением, там тоже спад энергии. И на этот спад энергии можно очень легко сделать ритуалы на очищение. И эти ритуалы на очищение будут очень эффективными. Поэтому нужно использовать этот день тоже для ритуалов. До свидания, до новых встреч.